Хочу вам рассказать о экзодериле. Это действующее вещество нафтефин. Выпускает его компания Sandoz. Что интересно здесь, что он хранится только 5 лет, хотя непонятно. То есть это уже просроченный на самом деле у меня препарат. Вот, я его для чего купил, у меня была как бы небольшая, как бы такое потемнение на краях ногтей. Но потом я его даже использовал, когда он уже стал просроченный. У меня плесень была на балконе, после того, как я сделал герметичные окна из лишней влажности. Вот, итак, значит, что он из себя представляет? Значит, здесь тюбик такой, он без каких-то кисточек, вот такая вот капалка с дырочкой. Ну, давайте попробуем его нанести, посмотрим. Прямо на ногу здесь нанесу. Значит, здесь у нас, вот видите, если коротко стричь ногти, то на краях ноготь может неплотно прилегать к основанию, да, и, соответственно, возникают там пазухи, и в них могут скапливаться грязь. Поэтому рекомендую вам особо ногти сильно не стричь. Значит, он капает даже без встряхивания. Вот видите, он немножко жидкий такой вытекает, то есть может капать и мимо, в принципе. Вот. И рекомендуется там, естественно, наверное, сразу на несколько. Вот так его как-то размазать. Сказать, что он какое-то суперэффективное средство, сказать сложно, я как бы особого эффекта не заметил. Вот, запах вроде такой какой-то легкий, такой как бы маслянисто-спиртовой. Вот, цену я уже не помню. Вот, но, короче, вам рекомендую смотреть с таким действующим веществом самое дешевое какое-нибудь средство, ну, при равных концентрациях. Вот, если у вас остались вопросы, то пишите, ставьте лайки, отзывы. Я его храню в холодильнике.